еще раз. Вот, нет, стоп. Нота ро, нота ро. Сейчас я открою. Ой. Класс. Ага. А ты уже все это пишешь? Мы с вами будем обсуждать не расщепление, не перегрузы звука, а одного из самых, пожалуй, красивых, филигранных, я бы даже сказала, сексапильных вокалистов. Человек-шоумен, все занимаются его любованием. Он, герой-любовник, попадает во все ноты, скидывает хвостики. Вау!